Я еще первым из веры не убивал жрецом. Я обычно вздыхаю, если тороплюсь. Но сейчас Прометея нет. Наверное. А, я молот выкинул. О, второй скипетр. Найс. Сразу же. Алло, мисс кликаю. Прикинь. Везло. Сундука, что ли? Да. Но на лук не пропнуло там. Урон какой-то добавился. Ничего нормального не выпадает. Луки, мечи. Да лол, пацаны. Меня краб куснул тоже, я встал на месте же. Мне вред... Ой, ой, что-то у меня какой-то толпняк огромный. Он бежит. Сейчас, да. А, по ножи. Не забрал. Ладно. Чё, на изувера не надо же бутылку брать, да? Да нет, конечно. Тут же быстро. Ну вот... Блин, я ТП не взял, ладно. Надеюсь, не по хп там не просяду. А этот за бутылкой побежал. Первый, который пацан бежит. Еще одна сфера привлечения не упала. Формочка. О, синий. Каждый врезал мне, я по хп просил. Что-то много синих. Да, мы тоже синие, они мне сидят. Они все не кучкуют, бегают в разные стороны. Мне панцирь выбрал желтый. Сколько сопротивлений на нем? Только на четвертый уровень. Я забил на синих, я не могу победить. У меня алхимия выпала. Поздравляю. Во второй локации ты нашел эти камни? Да, последнюю нашел вот сейчас. Побегу искать. Она справа? Я не знаю, по какой ты говоришь. Я последнюю нашел внизу. А, вот сейчас вниз бегу. Да, последняя внизу. А выход где? Справа, самого. Не сверху, да? Прям где море. Угу, нашел. Потом качаю. Там взять надо. Нашел проход в утес? А, нет. Я нашел тупик. Я нашел синих пацанов. Если прямо бежать, то в тупик упаду или нет? А, вон тупик. Я направо. Так попробуй наверх пробежать. Сейчас с синими разберусь.
Ого, разберусь. Надо направо и вверх. Чуть не репанулся. Венок. Четвертый. Направо и вверх. Угу. Я тупик нашел. Ну, это ты просто направо побежал, видимо. Проход есть? Тупик. Очень длинная область, я здесь смотрю. Вроде я нашел выход. А, это я. Ты первый зашел? Да. Но я не четвертый. Ну, я четвертый взял тут. Пачку синих убил. Мне не попали синие. Ну я сейчас возьму на аборигенах всяких. Мне кажется, я тут сейчас пятый возьму. За счет тотема. Капец длинная. Угу. Да, без бутылька долго бежать. Большой плафон жизни на 6 уровень. Выкину-ка я доспех пока. Да, я без доспеха убивал. У меня доспех желтый, типа, и много резистов на нем. Доспех нужен только на звере и на броню, чтобы он тебя не убил, все. Не, просто бежит, наверное. Повезло, наверное, в утёсе на синих модах сразу и всё. Мне чуть-чуть до шестого, но я бегу просто по шестому. Вообще никого нет. Даже белых. Ну, тоже чуть-чуть, но... Тут я синих пачку встретил, он такой из-за них чуть-чуть. Так был пятый просто. Белых прям куча. У меня вообще нету. Вот я на Кудуку пришел, но тут мало. Не, у меня на Кудуку именно много, я шестой взял там. Вон он лично склон нашел, пробежал. Это другой склон. Во, я встретил синих. Так, я тоже в склоне. Тут я вкачался. Склон какой-то нестандартный. Куда бежать его? Направо. Там один проход. Как ни странно. Я потому что тоже вхожу в склон. Козероги. Я один раз на козерогах отъехал тут. Тоже какую-то гонку бежал. Их было так много, что они просто все разом меня прыгнули, я сдох. Бывает только, бывает. У меня только бывает на дикаре, когда я играю чист, через урон чистый. Без... И не падает ничего хп. Не могу купить.
Ну, козерогов много, да. Так, я первый, кто зашел. А, нет, не первый. В секунде от него. В этих клетях зреет рвущийся. Так, ну восьмой я, наверное, вряд ли возьму. А смысл есть, нет вообще. Но мне чуть-чуть бустит. Уравновни. Как бы, но... Я нашел ларец, открой, конец. Ну, портал есть, я сейчас бегаю, возьму. Без скорости бегать, конечно, странно. В этот, в тюремный зайдешь на... Вверх иди, направо от портала. Внизу ты бег. Я зачаровал ботинки на плюс 10 скорости бега. Нет, на резисты сделал. Да, наверх. Внизу спик. Окей, так скажешь. Достаточно длинная область. Ух, мне молотком ледяным заехал. Цепочку нашел. Угу, да, ты был прав. Он уже на уровень поднялся. Я тоже. Во, я потерялся. Блин, я застрял вообще. А, рядом за дверь. Тоже зашел. Кем интересно бежит пацан первым? Надеюсь, не охотится. Надеюсь, не жрецом. Так, да, во второй локации вниз? А, вверх, внизу тупик. Окей, разворачивайся. И потом направо? Я не знаю, я только вернулся назад. Синенький пришел. Но их нет смысла убивать. Видимо, вверху, внизу тоже тупик. Пипец. Два тупика нашу. Скелеты не пускают меня. Доверху опять кация, блин. С мостом. И тупиком. Справа тупик. И меня кто-то сильно клацает, не могу понять кто. А, на мне кровотечение вообще висит. Лол. Это лучники скелета, мне кажется, вешают. Я нашел выход. Направо, да? Сверху. Я бегу туда сейчас, но... С флаконами беда. У меня два больших, по-моему. У меня все маленькие. Ну все, сейчас кто убьет у Довера. Я бегу к нему. Ну, чувак, видимо, первым убьет. Ну, если он там не заступился, то ж по тупикам, блин. Кто там случайно поставил? Флакончики. У меня есть два телепорта на всякий случай. У меня телепорт есть, сейчас пойду флакон возьму. Мудрости 4. А, доспех ему есть. Взять, что ли? Так, все. Кольцо. Я пошел в ТП. Тоже схожу. Так, и на хп мне ничего не продают флаконы. Найс. На ману возьму. И кольца не продают на хп. Беда, короче. Норм. Но у меня все равно 228 всего хп. Хп? Да. У меня 165. Я с паркаста могу сдохнуть. Угу, с удара, с почечки. Да, он меня бьет, я просто отъезжаю. Я броньку еще напирал. Я с бронькой тоже, и резистов и всего там много на ней. Тебе резист не нужен. Но... Бьет физически. Долго, конечно, это будет происходить. Он на тотем еще не отвлекается, сволочь. Все время меня бьет. О, цепочка промотала.
А меня он поймал цепочкой и тут же с кулака зарядил. Ну я отполовинил его уже. Ну я почти не, мне нужно. Мне, видишь, надо бегать и стрелять отдельно. Тебе не скрыться. У меня лучники больше харасят, чем он. Странно, что никто не репается, видимо, никто еще не дошел до него. Мало народу, мне кажется, стартовало. Я в топе буду, но не первым. Мне кажется, я первым. Еще же не убили? Я пацан первым убил. Я убил. Все, я убил. У меня где-то на четвертом. Ладар. Я первый жрец. Первый убил дворянка, ведьма, жрец, бандит. Ого, уже так много? Да.